у пилонов был рейндж побольше, и там классно было застраиваться. Ой, ужас, как вспомню, так вздрогну, вообще ужас полный. Ну что, Банша убила 7 рабочих и 2 мариков. На третьей базе, вот, у Радикала. Ну, такая себе идея, на самом деле, потому что там уже 4-я орбиталка так, строится. Ох, танки тут сиджились, мародеры забегают. Минус 2 минус танка. 3 танка. Ну, все равно. Больно как-то они получают очень. Ой-ой-ой, что-то тут пошел мувить. Это не ошибочка ли? Надо сплитить, правда. Да, надо подвигать было по бокам, наверное, радикалу. Хотя вот сейчас тоже нормально. Минус все танки. Ну, тут уже проблемы большие. Хотя, если все зачистится и выстрелит. Нет, не успевает. Ой-ой-ой, ужас. Минус все танки. ГГ. ГГ, что становится 3-3. Так, наверное, пулс осталось, получается. Инферно пуст. Ой, что-то я тебя в пати позвал. Вот оно как. Ой. Ну, джиггерить они будут, нет? Посидим пока тут. Фу, Алмат начал ныть. Так, ну и когда он? Он на Пселии, по-моему, выиграл последний раз. Когда он последний раз играл, вопрос. Ну, во-первых, да. Он уже пропускал, сколько он опился путинки на майских. Параллельно играя в Хардстоун. Ну да. Ждем. Ну, пул второго сезона. Star Station, Neo Planet, Whirlwind, Red City, ёлки-палки. Ой, ё-моё, Red City, ужас какой. Мег Сити. И New Kirk еще затесался. Ой, жесть какой. Как вспомнишь, так задрогнешь. Клунтас Майер, господи. Это, наверное, не карта, это подобие карты какой-то. Энтомт в первом сезоне еще был. Ну, так бывает, банишь карты, а потом и... Всё. Да, да я всех ругаю обычно. Чё вы баните карты, перестаньте банить карты. Фига нужно, все равно играть потом на КВ. Так.
Шокер все-таки. Угу. Ну, логично, типа, вперед пустить Никс, а потом есть еще Джокер. То есть сначала думали Джокер сразу, передумали и это самое. Радикал. Ох, троллина. ТВЗ опять. Блин, только... Только настроился на ТВТ, нет? Так, у вас готов. Так, поехали. Кстати, уже 2 часа идет стрим. Ого. То-то я смотрю, я так сильно хочу поужинать чем-нибудь. А я уже привычку выработал сразу ужинать, когда мой пришел, потому что скоро стримить. Ужас. Надо найти, короче, еще заменитель ДСУ. Я вроде заставил писать в контакт с мероприятием и в этот... Battle.net ивенты. Удобно стало. Надо еще тоже придумать, какие должности. Так, снизу слева у нас на карте Inferno Pools. Респаунится желтый Тиран, наш Тир Радикал. Справа вверху красный зерк цвета лавы. Ос. Ос, напоминаем, сегодня 2 очка заработал в своей команде. А Радикал тоже, получается, 2. Ну вот, то есть сейчас именно эйс матч, по сути. То есть именно MVP-шные игроки играют. Да. И, ну и матчпоинт, действительно, да. Так, это у нас PO7. Ой. Так, 3-3. 3-3 счет. Так, ну что тут можно творить-то? Ну, Inferno Pools, типа, условно считается зерговская мапа, но на самом деле, как бы, фиг знает. Я, кстати, недавно играл на ней ПВЗ. Вот, то ли на ладере, то ли еще где-то, не помню. Короче, у тебя прикольно получилось поставить просто ниндзю, вот именно вот на вертикальных респаунах. Uh-huh. Вот. У нас тоже были кросс респы или ближние по земле, не помню. Ну вот, короче, оба вверху были, да? Вот, я поставил по вертикали ниндзю, и вообще что-то четко получилось. Так, я просто контролю карточку, и да, армия зерга идет, я такой, опа, и иду сразу на мейн. Такой, ой-ой-ой, что-то не хочу эту нишку, пусть она стоит, хрен с тобой, получше себя защищу. Прикольно, короче, получилось. Ложи в картах решает очень эти низы нычка. Особенно у протосов там зафотонил себе все и все. Так, тут смотри, открывается нажористый зергушонок. Попался, хата, да. Хата ферст. Тут такого нет от Терна. Ну и было бы удивительно, если бы было. Ну вот смотри, здесь без газа ЦЦшка будет, я так понял. А, типа барак Марик ЦЦ? Да. Вот, да, кстати говоря, тоже достаточно нажористый, да, считается? Ну, куда лучше было бы все-таки ЦЦшку первую воткнуть. А тут газ и пул чисто под мув, как я понимаю. Такой тайминг, по-моему, он успевает как раз сатен надыбать. Да. Марик наверх пошел сразу. Ну, залетающий оверлорд. Видишь, вот как раз по таймингу он, видишь, справа. Mm-hmm. Оверлорд летит, он бы чисто вот под него попал. Четко. То есть, по сути, вот... в принципе, я так понимаю, Радикал зря поехал по ближним, по горизонтали. Потому что вот Марик бы принял бы оверлорда, если бы были бы по вертикали респауны. Так я понял. Ну, хрен, no. Может, я выдумываю. Но, по-моему, логично, не? Не, ну, ну за... в смысле, ну, если типа, бы что... сверху не оказалось, то что если было бы? Если бы был бы сверху, то бы его бы принял бы Марик. Так. Ну, а КСНК поехал в другую сторону уже специально, а не наверх, понял? То есть, вверх два раза можно было бы прочекать, если бы он поехал бы по вертикали КСНК. Так, приехала она тут, в общем, мда. И смотрит, что тут нычка. Радикал косплеит Волкинга.
потом даже не стал ничего скаутить. Свою мне кажется, это зря. Крус Инферно. Так, тут цеха третья пошла. Так, так, так. 4 пса тут гоняют. Как бы четвертую не поставил. Всякое бывает. Ну это уж слишком, по-моему. Ну тут да. Их дефить тут очень неудобно, четвертую базу. А вот, а вот зачем зерги, когда добыли на мув, оставляют одного дрона на газе, я вот не понимаю. Или это типа лишний у него оказался, он на минералы типа все равно не засунуть, он поставил на газ. Странно, я не понимаю. Ну вообще, да, смысла особо нет оставлять. Или типа, я вот часто видел в ЗВЗ, они типа там чисто на беллингов собирают, когда там ну. Вялый... Беллинг-линги такие, вот воины вялые такие там, с одного базы, с одной базы там. Вообще сейчас вот он таскает один, он уже фактически на лейер натаскал. То есть сейчас можно уже лейер делать, и ну здесь да, минерал на третью базу. То есть какая-то тайминговая фигня, по сути, да? Беллинг-нест. Нет, просто не сконтролил ами продакшн. Беллинг-нест. Я вот почему-то всегда, когда вижу, что у зерга один раб добывает газ, я всегда кажется, что это будет беллинг-нест. И почему-то всегда так и оказывается. Странно, короче. Тут застройка-то не на рампе. Так, вторая факта сразу же добавляется. И тут пролетает оверлорд, видишь... Ой, кстати, умрет сейчас. Третья нышка, да, он отсюда не улетит уже. Ну, подконтроливать-то надо было поближе подойти. Хотя ладно, не так справился. Тик-тик-тик. Что тут собака разбегалась, проверяет все места по второму разу. Так, видит Беллинг Нест, кстати говоря. Правильно, проксю получит, как-то не очень приятно будет. Наверное. Застраивает двери. Слушай, тут, кстати говоря, зерк-то вообще нифига не знает. Я вот от него сейчас вижен поставил, он видел только ЦЦ-ху, и все. Больше он ничего не видел вообще. А тут две инженерки. Третинышка. Вслепую стоит третинышка. Сущие макро. Сущие макро уровня 4GG. Как он в бете играл. Хотя... Пламя. Две инженерки. А, ну это типа просто... Я понял, да. Это билд через две факты, да. Я что-то не обратил внимания сначала. Не видел. Так, фактор. Я вот правда не понял, зачем две инженерки, если он сейчас не доказывает гриды. У него как раз 200-200 есть. Сейчас ему надо еще... А, нет, гелики в заказе, да, можно гриды заказывать, в принципе. Кстати, контроль, тут... Тут ксилнаги, зерк. Так, да, пошли гриды. 1-1. Минус, пожалуй, вот этого билда, что он сейчас делает, в том, что ты быстро не намасишь себе 200 лимита. Хотя мог бы вот сейчас вместо вот этих факторок иметь уже 4, ну там, 3 барака, соответственно, факту с этим, со старпортом. Тут, кстати, опять... Как вот отбивал Волкинга, Рос, смотри, много квин, по-моему, сейчас сколько их тут уже, 5 квин уже. Вот такие пространства, чтобы заезжать, эти квины там вообще ничего не делают сейчас, по сути. Но они будут друг друга чинить. Так можно заехать на натурал, чё, сжечь что к фигам. Крип крипом, а гелик все равно быстрее. Блю Флейм, видимо, дожидается радикал, чтобы заехать. Мне вот нравятся такие ситуации, когда человек дожидается какого-то грида, который он заказал, потому что иногда бывает, что, о, там грид строится, а он идет в атаку какой-нибудь чел, и такой, ну и нафиг тогда делал эту штуку, и еще особенно если это аллин, некрасиво получается. Так, ну что тут у нас? Последний 4 гель. Барака в продакшене, да? А там шпиль. Что-то я так понял, ОСП решил, что там мех, почему-то у меня такое впечатление. Да нет, у него линга бейна мутаж с гридами обычными, что-то тебя понесло. Так, так, так. Ну и тут уже квины немножко не бойцы. Смотри, как они получают. Собаки умирают за секунду. Очень олдскульное заезжание Blue Flame геликами. Обычно оно бывало раньше, но я только там... Ну просто сейчас работает. Обычно заход хеллбабами обычно. Ну да. Они заезд. Рабы горят, собаки тоже горят. Все горит. Квина одна вышла, это ни о чем вообще. Беллинги сейчас тоже умрут все. Правда, яйца-то, по-моему, арморные. Они там light damage бонус не получают. 9 рабов. Ну, правда, как-то мало ножов, мне кажется. Ну, он квин убил всех и собак тоже. Ну, не всех, 3. Минус 3 раба... 13 рабов в итоге забрал. Ну, нормально. По потерям сам посмотри. Чудовище. Так, давайте посмотрим. Ох, нифига себе. Ну, я так понимаю, на месте зерга я бы сейчас бы расстроился. И пошел бы бейнбастить, мне кажется. У него ресурсов нет, чтобы их пастить. Мало рабов. Да нет, еще 200-700. Ну, 200 что-то. А, надо заказывать, надо заказывать муту, видимо. А приходится строить рабов.
Печаль, тоска. Да. В итоге сейчас третья база у Терна встает так, без наказа. Залетает. О, Гелион еще гоняют. Ой-ой-ой. Тут можно ударить хорошо. Еще ударить сейчас. Вот, вот. Нет, не сейчас, надо подвижить. Короче, в любом случае, убивать бейлингов в этих Гелионов ему. Так, да. Аверсир тут пролетел, все заскаутил, кстати говоря. Мне кажется, Зерк просто ужаснулся. Смотри, там 4 барака с реакторами. Это ад вообще полный же. Причем уже 1-1 есть, и плюс 2 на атаку готовится. Да. Плюс 2 на защиту тоже. У Зерга, правда, тоже симметричная ситуация по гридам. 16 боевого лимита у Зерга. Это вот эти вот псы с двумя бейнами бегают. Все. А у него что-то красный лимит образовался внезапно. Да, каким-то образом. Неужели из-за того этого аверсира? Это странно. Ну да, так получается. Опять поймал. Ну как они тут разменялись? Да, бейнов там еще и бейны врезались. Это жесть. Я сейчас чувствую, сейчас тут будет миллиард мариков в продакшене. Да. Блин, я помню, мне вот всегда нравилось, когда я узнал про карту этого, про микро этими мариками, да, от бейлингов. Я потом захожу такой на ладер, думаю, о, сейчас поиграем масс мариков, короче. Охрененно буду сплитить, все буду вообще классно, всех буду обыгрывать, вообще классно там. Хотя бы в платину выйду на Терна. Вот, а в итоге я, короче, строю масс мариков, а мне убивают ручами. А это вообще такая пушка, я думаю, блин, куда сплитить, блин, вообще. Капец, короче. Так, едет Гелион, смотрит, что на золоте нет ничего. Офигел, наверное. Тут можно, кстати, спокойно было бы и остров занять. Затуретить его к фигам и все. Ух ты, последний залп забавный. Да. Такой хоп. Так, да, я смотрю тут. Продакшн. 10 мариков в продакшене. Я так понимаю, сейчас под 2-2 будет выход. Ой, тут какое-то адское количество мариков. Смотри, да, это бред. И вот это еще потому, что он Гелионов строил с двух факторок. А если бы он не делал этого? Ой, что бы сейчас было? Это какой-то ужас вообще полный. Там, да, у Зерга было бы 160 где-то лимита. 116 лимита против 32. 200. Что вообще это за жесть? Это амув сейчас будет. Это клик. 160, 30 секунд осталось до 2-2. Сейфовая радикала раскладывает танк, ставит минки за крипом, да, начинает чистить. Там ничего нет, там четвертая база наглая просто. Ой-ой-ой. Чё за сиджил-то танк? Ой, все равно не туда, выстрел был от минки. Так, пошел адский сплит, 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 сплит. Все умирает от хилбатов просто. Да. 3-4 собаки в продакшене. Будто тоже 2-2 вышло. 100 лимита против 30. Такое себе для Зерга вообще. И там для смотри, что слева принимать еще идет. Да, тут подтекание небольшое такое. С такой же лимит подходит еще один. Так, опять присплит. Мародеров вперед. Тут столько бейлингов, конечно, морфится. Но. Но. Бам-бам-бам. Ой, что будет бабах, наверное. Нет. Хороших бабах. Я не думал, было. Там минка просто всех бейлингов, как это бывает. Типа как последний гвоздь. Так, GG. Что становится? 4-3. Опять, короче, радикал обыграл Рубо. Вот. Так, значит, следующий у нас завтра мы будем играть. Так, 4-3, значит. Так, завтра у нас игра будет в плей-оффе СК2 Improved лиги. Так, сейчас скажу, когда. ГГЗ. В 20:00. Вот. Так что, get ready to the next battle. Всем пока и до новых встреч. Покидай.